Друзья, добрый вечер, я вас приветствую. Сейчас две секунды мы начнем. Я, по-моему, высоко сижу, да? Немножко вот так вот. Нормально так? Еще немножко. Не надо? Окей, сейчас там исправят. Сейчас я хочу просто... Завершить здесь то, что я забрасывал на социальные сети, и мы начнем с вами разговор. А вы пока, друзья, пока я сейчас мы тут э, заканчиваем настройки, давайте традиционно сделаем нашу важную работу, поставим лайки, сделаем репосты, и если у нас по-прежнему есть такие удивительные люди, которые еще не подписались, то срочно, быстро, прямо вот сейчас подписываемся, потому что у нас будет сейчас интересная информация. Я вам говорил уже, что мы через, через неделю, да, чуть больше, чем через неделю поработаем какое-то время в новом формате. Я думаю, это будет очень интересный новый формат. Ну, собственно, увидите, когда, когда это начнется. Я ожидаю, что это будет очень интересно. Да, да наверное, скопировалось. Да, 15 секунд, все правильно. Сейчас, друзья, извините, что мы это вот при вас тут все настройки доделаем. Но вот так вот э, лайфы на Ютубе. Как раз заодно вы все вот сейчас подключаетесь. Многие там специально сидят, придумывают какие-то паузы. Мы, пользуясь случаем, делаем обычную техническую работу. Так, все, Facebook у нас все окей. YouTube у нас все окей. Уже тут 18-19 лайков. Давайте, давайте, друзья и ava.md, что нам скажет, и здесь все у нас окей, так, все, тогда мы можем начинать, а, где моя вода, я не взял, ее. ладно, окей, когда будет э, видео, возьмем, так, друзья, сегодня Россия разработала гениальный план, да, спасибо, чуть не победила Россия. Вот прямо вот все могла, война могла сегодня закончиться, вечером бы они уже праздновали парад в Киеве, там бы уже Путин, Шойгу, все бы маршировали, там Кадыров бы во Львове уже бегал бы, там, не знаю, все, все могло пропасть именно сегодня. План был просто мощный, полнейшая, тотальная победа. В чем заключалась суть этого мощного плана? Они придумали с помощью хакеров сломать несколько украинских радиостанций и запустить информацию о том, что Владимир Зеленский находится в коме, в реанимации, он почти уже умер. И все, тогда как бы, ну, ну, как очевидно же, все. Это же была бы полная абсолютная победа. Все бы, украинцы моментально бы сдались, когда это услышали. Ну, так, так по плану было. То есть, ну, зачем это все делать? Зачем это запускалось? Что же их подвело? Почему? Ну, вот сейчас на этот час вроде нет. Вроде победы не произошло. Победы России. И наоборот, там как бы новости совсем как бы в другую сторону. Почему план не сработал? Такой великолепный план он не сработал. Почему он не сработал? Потому что они идиоты. Дело в том, что они не понимают, что Зеленский – это не Украина. Вот как Путин – это Россия. Да, нет Путина, то если умрет Путин вот сегодня ночью неожиданно там случится у него тяжелая форма запоры, и он умрет, то в несколько месяцев, как минимум, в России будет полный коллапс, то есть будет мини-конец света. Так будут в это верить многие русские, потому что сейчас вот когда их спрашивают в каких-то опросах, а что будет после Путина, они сначала зависают, как, как после Путина, а, а что Путина может не быть? Он же Бог, как, как его может не быть? То есть вот э, поэтому они когда, э, они думали, что если э, украинцам объявят, что Зеленский все, то ну как бы все, просто все солдаты побросают оружие, скажут, ну все, как бы что, мы воевали за Зеленского, теперь все, пошли сдаваться. То есть как бы очередной пример того, что они даже примерно не понимают, что такое Украина, что такое украинский народ. И все время э, вот это вот глупое сравнение с э, Россией, что как россияне молятся на Путина, воюют за Путина, ради Путина, ради его дворцов, ради его окружения, то в Украине не так. В Украине э, есть одни люди, потом их нету. То есть ситуация может меняться многократно. Но это совершенно не меняет э, настроение народа. Потому что в Украине меняются президенты. За время Путина уже это, какой четвертый, по-моему, президент меняется. А Путин э, вечный, как думают об этом россияне. Ну, естественно, что сам Зеленский записал видеообращение, в котором опроверг вот эту информацию о том, что он в реанимации находится. Ну и сделал это как бы со свойственным ему чувством юмора. Давайте посмотрим это опровержение. Боже здоровье. Сегодня Россия запустила черговые фейки, что держава не ныкается президентом Зеленским, бо он находится в лекарне, точнее в реанимации через свой важкий стан. Важкий стан здоров'я. Так ось знаходжусь я в кабінеті. Так міцно, як зараз, я себе ніколи ще не відчував. І погана новина для вас, всіх, хто запускає такі фейки. Я не один. Нас таких 40 мільйонів. І при всій повазі до похилого віку, але 44 це не 70. Слава Україні! Ну, то, что он в конце говорит 44, не 70, это понятно. Это он сравнивает свой возраст с возрастом Путина. Как бы, ну, в 70 более вероятно, что человек может неожиданно попасть в больницу. Такова особенность э, человеческого здоровья. И сегодня же глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, «Зеленский настроен серьезно и готов делать все для того, чтобы была освобождена вся территория. Мы переломим ход этой войны. Скоро будет много сюрпризов». О множестве сюрпризов сегодня говорят очень многие, но давайте мы поговорим там чуть дальше. У нас будет тема сводки с фронтов, вот как обычно, все там, плюс какие новые придут вооружения, кто что дает Украине, там, там реально много сюрпризов, много интересного. Но сначала я хочу, чтобы мы немножко поговорили про Молдову. Сегодня в Молдове происходит очень много событий, и События важные, события такого, знаете, серьезного уровня. Началось с того, что мы сегодня утром получили на почту редакции письмо, которое, э, ну, я его сначала когда увидел, я был немножко в шоке. Я вам сейчас его прочту целиком, а потом я хочу, чтобы мы вернулись и несколько его частей разобрали. Э, теперь я цитирую вам это письмо. Добрый день. Мы организация боевых национал-социалистов. Химмлер культ. Молдаване, я вас призываю перестать терпеть. Вы ведете себя как россияне, сука. Мои требования – отменить нейтралитет, начать военные действия против ПМР, чистка всего населения, отнять автономию у ГГУЗов, отменить интеграцию в ЕС и в НАТО. В случае отказа или игнора мы будем терроризировать все население, не в зависимости какого пола возраста. Что ж, вы сами напросились. Сегодня мы заложили 50 бомб с гексогеном в разных местах Кишинева. Центральный рынок, Атриум, Шопинг, Молдова. Короче, дальше перечисляются там больницы, торговые центры, министерства, притом даже с точным указанием адреса, Чуфлинский монастырь, который в Кишиневе находится, центр матери-ребенка, еще торговые центры, бла-бла-бла, и даже центральный этот парк Штефана Челмари в Кишиневе и собор Рождества Христова. И заканчивать словами большими буквами «Смерть вам, суки!». Жду выполнения всех требований. Ну, знаете, как бы вот сначала, когда смотришь и думаешь, ну, наверное, подросток, потому что ну, как бы есть некоторые признаки, которые говорят о том, что это может быть либо подросток, либо психически больной человек. Но не все так просто. Давайте вот разберем некоторые моменты, которые... На что я обратил внимание в этом письме? Ну, во-первых, организация боевых, боевых национал-социалистов. Какие-то, знаете, как это вот в России там они говорят, у них боевые пидорасы есть, а вот тут какие-то боевые национал-социалисты, Гиммлер-культ. Боевых национал-социалистов. Национал-социалисты это фашисты. Вот в Германии нацисты, они назывались э, э, национал-социалисты. Ну, как-то и Гиммлер культ. Как, короче, он пытается показать, мы фашисты. Вот бойтесь нас, мы фашисты. Далее он там начинает наезжать, типа, молдаване, перестаньте терпеть, вы как россияне, сука. Притом вот ну, такой переход резкий, вы как россияне, сука. Э, мои требования. И вот тут интересно, знаете, вот... У меня такое ощущение, что на самом деле вот, э, нам подсовывают вначале отменить нейтралитет, на, на, напасть на ПМР, на, э, чистка всего населения. То есть, какие-то такие требования, типа, ага, он, он фашист, и он еще... Ну, короче, все как, как с Украиной, ну, как в российском телевизоре. Фашисты из Киева, они, они нам это вот... Но последняя э, часть этого отменить интеграцию в ЕС и в НАТО. Хм, Что-то не понял я. То есть, как бы он... Э, он как бы такой, нападите там на Приднестровье, там он фашист, он все, он как бы он, ну типа он показывает, что он якобы проевропеец, а потом отменить интеграцию в ЕС и НАТО. Такое впечатление, знаете, вот если взять за основу, что это психически больной человек, то он первыми этими фразами скрыл какую-то вот свою главную цель, то чтобы мы не двигали в сторону ЕС и НАТО. И здесь еще один интересный момент: начать военные действия против ПМР. ПМР ни один патриот Молдовы не говорит ПМР. ПМР это как, ну, это говорят, во-первых, жители Приднестровья, они всегда используют слово это ПМР, во-вторых, это используют э, пророссийские, некоторые наши и то очень редко в последнее время. Внутри Молдовы все, особенно кто в публичном пространстве, говорят либо Приднестровье, либо Левобережье, либо говорят так называемая ПМР, но Говорить ПМР – это фактически их признавать. То есть такое ощущение, что как бы ну человек как раз с того берега, потому что вот там да они, там они часто говорят ПМР. И э, еще один момент здесь, он вот в случае отказа или игнора мы будем терроризировать все население не в зависимости какого пола. Ну правильно по-русски сказать вне зависимости какого пола, а не в зависимости. То есть это такой, знаете, маленький э, э, маленький нюансик, который э, ну о чем это? У нас, например, есть два политика э, в Молдове. Оба пророссийские, последнее время второй, который помоложе, он такой активный, оба из микропартий, которые никогда ничего не набирали, второй на теме антиваксерства сейчас поднялся, вот у них у этих двух, и они дружны между собой, они оба постоянно вот так вот путают слова, путают значения, и вот я думаю, не написал ли это тот, который молодой, который сейчас концерты на в Кишневе пытался организовать, потому что у него постоянно, вот он постоянно путает некоторые смыслы, слова, у него есть какая-то вот такая лексическая проблема, и, ну, вот э, такая вот интересненькая ошибка. И дальше, ну, там перечисление всех мест, которых они якобы заминировали, и вот э, в конце тоже какой-то такой шизофренический посыл. «Смерть вам, суки! Жду выполнения своих требований». То есть вы там сдохнете, но потом, когда уже сдохнете, когда суки сдохнете, вы потом все мои требования, пожалуйста, выполните. Будьте добры, я, я очень вас прошу. Э, спасибо, до свидания. И, да, конечно, как я сказал, что э, на первый взгляд вот такое письмо говорит о том, что это или, или подросток, или психически больной человек, ну или э, вот эти наши микрополитики, которые здесь в Молдове. Но на самом деле вот э, версию с подростком и с психическим больным э, немножко разрушает то, что, во-первых, проведена работа, то есть человек знает все эти вот адреса, места, все, то есть как-то, ну человек, который он глупый, он, он бы просто взял бы три каких-то самых важных объекта и все. Зачем ему перечислять такое огромное количество этих объектов? Как бы в любом случае, если ты перечисляешь два-три объекта, туда выезжают бомб тех, там устраивают большой кипиш, людей выгоняют из зданий, вот как аэропорт, например, там каждый раз, то есть этого для просто для внешнего эффекта более чем достаточно. Но вот такая вот системная работа, когда 50 разных заведений. Во всех этих заведениях, то есть у нас в Молдове э, воспринимают такие угрозы по протоколу серьезно. Всегда выезжают туда наряды полиции, выезжают представители службы информации и безопасности, людей эвакуировать. То есть, ну, происходит много событий. И фактически это террор. Это настоящий террор такой вот, знаете, большого масштаба. Потому что, вот э, вчера или позавчера люди не успели на самолет. Просто самолет не вылетел, потому что ночью тот аэропорт, это, по-моему, в э, Лондоне аэропорт, он не, не принимает молдавские самолеты ночью и просто отменили рейс, рейс в этот день. Люди не вылетели. А кто-то же пересаживается, допустим, дальше там лететь в Америку или еще куда-то там, в Шотландию, в Ирландию, не знаю куда. То есть люди не попали на свои рейсы. Они понесли большие убытки. Когда людей выгоняют из больниц, из торговых центров, закрывается торговый центр на полдня, не работают люди, не зарабатывают эти фирмы, не зарабатывают кафе. То есть это, это колоссальные, на самом деле, громадные убытки. Это антигосударственный террор. Это кто-то на протяжении уже месяца или даже больше устраивает вот это, ну, по сути, это диверсия против нашей экономики. Опять-таки, выезжает полиция, выезжает бомбтех, это тоже расходы. Они там на нескольких машинах, они кого-то выдергивают из, кто в отгуле, то есть это потом всем надо платить, это оплачивает бензин. То есть это все огромные расходы, которые кто-то целенаправленно день за днем делает. И самый главный довод, что это не просто какой-то псих или ребенок, то, что человеку скрывается. Потому что, знаете, при всем моем скептическом отношении к нашим и полиции, и спецслужбам, но у них есть есть специалисты и есть техника, которая позволяет отслеживать очень много чего. То есть, если бы вы, вот я просто взял бы там сейчас зарегистрировал там каком-то там Gmail новый э, почтовый ящик и отправил бы такое письмо, то они бы меня вычислили уже через час. Потому что я не буду говорить как, но есть много вариантов. Там и через IP, и через локацию самого устройства, которое отправляет. Если это с телефона, то там этот его и этот ДНМ, или как он называется, этот код, это все они к этому получают доступ. Они знают, как это делать. Но раз они до сих пор этого человека не вычислили, то значит он делает какие-то, ну, как минимум, среднего уровня. Шаги для защиты того, чтобы его не вычислили. То есть он пользуется или там VPN, каким-то платным, или Тором, или там еще чем-то. То есть это э, усложняет. Хотя, в принципе, э, можно, если уже так взяться всерьез, а я считаю, что уже пора браться всерьез, то есть надо уже писать письма в эти в платные VPN, чтобы они предоставляли данные, что этот терроризм обычно предоставляют. То есть и иностранные провайдеры. То есть там можно всю цепочку размотать, просто это требует времени, это требует какого-то. Ну, опять-таки, если выяснится, что следы идут в Террасполь, и что наши сделают, ну выяснится, вот что, с какого то там, на какой-то улице у них находится КГБ, это вот оттуда приходит. И чё? Да, сегодня предложила наша МВД внести поправку в законодательство, чтобы за такой вид терроризма был э, срок до 12 лет. Потому что сейчас там у нас большой штраф, если я не ошибаюсь, по-моему, до 50 тысяч леев. То есть, ну, это ощутимый штраф, это примерно половиной тысячи евро для тех, кто не из Молдовы. Но, судя по всему, это не работает. Но вопрос же в том, что на самом деле важнее не то, что какое будет наказание. половиной тысячи евро, если это просто какой-то дурак, то это тоже неплохое наказание. Вопрос в том, что его надо найти сначала. Вот, вот в этом тут начинается большая проблема. Помимо этого, есть еще сегодня новости с Молдовы. Партия Шор. Сегодня их с утра трясли прямо вот так, знаете. Нет, ну не так, а вот нет у меня что то такого те как копилочку. Вот помните, в Советском Союзе были копилки там, свинья там или еще что-то, и в ней монетки. Вот партию Шор трясли так, и, и смотрите, что, выпадет там что-то вып... или не выпадет. А, были проведены обыски более чем в 100 локациях, у 100 разных людей в офисах, в домах. То есть м прошерстили очень-очень конкретно. Uh, прокуратура заявила, что согласно доказательствам, представленным в деле, было установлено, что партия сознательно принимала деньги сомнительного происхождения от преступной группы, которая использовалась в интересах партии, uh, такие как гонорары артистам, зарплаты членам и организация протестов. Деньги преступной группы поступали в Республику Молдова в виде переводов и кон э ин конвертаций в том числе в криптовалюте, а для маскировки происхождения финансовых средств используются разные каналы финансирования, такие как Дубай, Вена, Монако. И вот прокурор Робу заявил, что партия шор, э, помните, я, я вам рассказывал, что у нас концерт должен был состояться в Кишиневе Моргенштерн и Филипп Киркоров. Так вот он заявил, что Моргенштерну они заплатили партия шор э, 60 тысяч долларов, а Киркорову 200 тысяч долларов. И ну, те не вернули эти деньги, несмотря на то, что концерт не состоялся. А я таки говорил, что таким будет. Они же приехали в Кишинев. Киркоров, по крайней мере, а маргенштерн просто. Ложил просто на партию Шор а, с большим пробором. А, и сегодня же парламентарии рассмотрели и лишили иммунитета депутата от партии Шор, которая сегодня тут главная смотрящая по Молдове. Шор же прячется в Израиле уже сколько там? Пять лет, по-моему. Нет, не, не пять, вру. Три, три года. Три года он находится в Израиле. А Марина Шор, вот она в Кишневе, главная здесь по всем вопросам. Вот ее задержали на 72 часа и провели обыск у нее в офисе, также в парламенте непосредственно. В принципе, Шор и партия знали, они говорили об этом на прошлой неделе. Это, кстати, большой вопрос ко всем нашим спецслужбам. Они пора ли узнать, кто работает на эту партию, кто им сливает информацию? Что Шор за неделю до этого в ЛАФе говорил о том, что это произойдет? Опять-таки, надеяться. Хотя, знаете, вот это просто потрясающе. У нас в Молдове это не первый раз. Нарушители знают, что к ним придут с обыском. Эти знают, что те знают. Они приходят и Каждый раз что-то находит. В этот раз нашли какую-то тетрадку, там, где написано проводки, там, от кого, кому, чего, как, что, где э, нашли какой-то аудиозапись, разговор. Короче, несмотря на то, что все все знают, то есть, ну, срабатывает какой-то такой специфический идиотизм, который позволяет, даже несмотря на это, что-то находить, какие-то доказательства. Ну, вот... Также прокурор Робу заявил, что партия, помимо вот этих плат Киркорову и Моргенштерну на концерт, который должен был быть 19 июня, эта, эта сумма не была указана в финансовом отчете партии. По словам Робу, хотя концерт отменили, певцы не вернули деньги, он утверждает, что партия потратила 3 миллиона леев на организацию протеста, это помимо этого концерта, который прошел 19 июня. 3 миллиона леев. И Робу утверждает, что члены фракции получали по 100 тысяч евро им платят по 100 тысяч евро, но, ну, видимо, на всю фракцию, потому что что-то на одного это многовато. В первом семестре 2022 года выплатили 600 тысяч евро, сказал прокурор. Ну, то, что у нас многие партии платят своим э, депутатам черный нал. То есть это еще ходили разговоры, что еще при коммунистах э, воронинцы получали по 3000 тысячи долларов, потом эта сумма выросла до 5 тысяч долларов, вроде бы как это до Данилы получают столько, и вроде как до сих пор такие разговоры ходят. Усатый когда-то говорил, что если он придет в парламент в каком-то интервью, говорит, что ну, мне придется платить там им минимум по 3000 тысячи каждому, чтобы они не разбежались по другим фракциям. Так что такие вот примерно ставки. Ну поскольку партия Шор самая богатая партия, как бы я не удивлюсь, что за полгода им там могли выплатить по 100 тысяч евро каждому, и там сколько там 6 человек, да, как раз вот 600 тысяч евро и получается. Вообще неудивительно. Ну и будет интересно, когда размотают эту историю с этим концертом, там, мы же помним, там Валько бегал, кричал, что это какая-то диаспора канадская помогла на самом деле. Ну вот выясняется, что диаспора не канадская, а израильская. И будет интересно, чем вся эта история закончится. При том, что я вам напомню, что Столберт снимают уже в который раз иммунитет, но как-то все никак она не присядет. Все время то, то ее вроде пытаются задержать, то она выскакивает, опять пытаются, опять выскакивает. Короче, какой-то ковбойский такой вестерн. И ну, посмотрим, чем на это закончится на этот раз. И вот более тревожная новость, друзья, как бы, да, вот телефонный терроризм, это, конечно, плохая новость. Это признаки раскачки ситуации в Молдове. То, что потрошат пророссийскую партию, которая, она, она как бы не не явно пророссийская, но во всех голосованиях, когда Дадону надо было, они его поддерживали в каких-то важных голосованиях. То, что их потрошат, наверное, наверное, неплохо, если все будет четко по закону и красиво. Но вот следующая новость из Приднестровья, она реально тревожная. Мужчина из Тирасполя был задержан полицией Кишинева при попытке попасть в Приднестровский регион с несколькими сумками, в которых была униформа полиции Республики Молдова и сотрудников Национальной администрации пенсионных учреждений. Это было зарегистрировано происшествие на бульваре дачи в Кишиневе, утверждает Дискиди МД, сотрудники Национальной инспекции общественной безопасности остановили для проверки автомобиль Ford Транзит», за рулем которого находился житель Приднестровского региона. В ходе проверок правоохранители обнаружили несколько сумок с обмундированием сотрудников полиции и НАПУ. В то же время были обнаружены коробки с шевронами EGP и ANP. Правоохранители установили, что обмундирование было приобретено в ателье Аргеевского района и должно было прибыть в Приднестровье. Также на днях, помимо этого, полиция зарегистрировала аналогичный случай с участием жителей Приднестровского региона. В частности, возле таможенного поста Варница был остановлен автомобиль «Ситроен», за рулем которого находился 55-летний мужчина. По итогам проверки правоохранители обнаружили сотни пар военной обуви, которые пытались вывезти в Приднестровье. У меня, друзья, только один вопрос. Вот зачем в Приднестровье? молдавская форма при том разных подразделений полиции зачем им военные ботинки молдавские ну э, самый как бы худший вариант это то что проделывали неоднократно в украине когда переодевали русских солдат в украинскую форму и устраивали какие-то провокации вот представьте себе ситуацию если переоденут они там какой-то допустим спецназ кгб в молдавскую форму и устроят допустим там что-то я не знаю, что. Что-то подожгут на территории Молдовы или, или еще хуже, на территории Украины, но в молдавской форме, чтобы стравить э, Кишнев с Киевом. То есть, ну, в любом случае, для чего-то хорошего это не могло быть. Я не думаю, что там хотели сделать какой-то спектакль театральный, в котором должно было участвовать несколько сот человек, одетых в форму молдавской полиции. Для чего им молдавская форма? Это, это что-то нехорошее, и меня это беспокоит. Сейчас, кстати, их... Э, так называемый министр иностранных дел Приднестровья Игнатьев находится в Москве и он оттуда делает всякие нехорошие заявления. И вот в частности он заявил в интервью для российского РИА Новости, возможно выход Молдавии стата, из соглашения 1992 года о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье может привести к военным действиям, заявил в интервью РИА Новости э, Игнатьев. Вот это интересно, что это значит. Это, кстати, вот у нас есть фото номер один, там эта цитата, чтобы вы видели. И особенно, кто смотрит нас из-за границы, не из Молдовы, потому что нас смотрят из стран Балтии, с России, с Украины. Вот чтобы вы видели, как выглядит это Приднестровье. Это, в общем-то, маленький. Молдова маленькая, а Приднестровье еще меньше. И вот оттуда нам грозят войной. Если мы что-то там не так сделаем, не так, как им нравится. Вот так вот, друзья. Так, мы едем дальше, друзья. Давайте перейдем к сводкам. Генеральный штаб ВСУ опубликовал сводку, и опять я ее не видел. Сейчас я читаю вместе с вами. В Харьковской области российские войска предприняли безуспешную попытку штурма в направлении Великие проходы. А, а, Великие проходы-питомник. Попытка безуспешная. Также ВСУ отразили штурмовые действия вооруженных сил РФ в направлении Лисичанского НПЗ Ивана Дарьевка. Там они, русские, понесли потери и отошли. Также провалились попытки российского штурма в направлении Клинова вершина Мироновка, Углегорская ТЭС. На южнобургском направлении российские войска безуспешно пытались провести контратаку в направлении Сухой пруд, Андреевка. В Черноморском и Азовских морских зонах корабельная группировка российского флота удерживает два носителя крылатых ракет, ну, то есть как держит их с готовностью нанести очередной удар по Украине. Военный эксперт Олег Жданов комментирует ситуацию, вот то, что сейчас происходит на фронтах. Он говорит, что э, сейчас по всей линии фронта патовая ситуация. Ну, кто не играет в шахматы, пат — это когда никто не может сделать ход. Так вот сложилась ситуация на доске, когда никто не, не имеет права делать никакие ходы. Он говорит, оккупанты уже не могут наступать, а ВСУ пока не готовы наступать. Но чаша на весах уже склоняется в нашу сторону». Ну об этом много, что говорит. Мы с вами разбирали о, о том, что Херсон практически уже, ну в шаге от освобождения, то есть осталось добить этот мост, который через Днепр и вся банда, которая находится в Херсоне, окажется полностью отрезана от своих, и тогда можно будет спокойно брать город. Тем не менее, несмотря на патовость этой ситуации, продолжаются обстрелы. Сегодня жестко обстреливали Харьков, опять там есть жертвы. Так что по-прежнему эм, воздушные тревоги это актуально, это серьезно, и это надо воспринимать именно как реальную угрозу в своей жизни. Если есть воздушная тревога, надо, конечно, сразу же бежать. Да, кстати, друзья, я что-то вообще забыл про, про ваши про ваши комментарии, вопросы. Так. Нас приветствуют Ташкент, Одесса, Стокгольм, Винница, э, Венеция, Эстония, Норвегия, Грузия, Белая Церковь, Парма, Латвия, Днепр, Германия, Черновцы, Красноград, Львов, Мальта, Великобритания, Кигичевка, Израиль, Калифорния, Франция, Киев, Николаев, Испания, Каушаны, Бендеры, Кропивницкий и другие. Ну и Молдова всегда, я тут тоже вижу, всегда наши есть, и их ну, примерно Около половины нас смотрят из Молдовы по статистике. Так, дальше. Давайте посмотрим ваши вопросы. А то я что-то так разогнался и забыл посмотреть. Андрей, в последние дни э, слишком много не очень хороших новостей. Хочется услышать вас хоть что-нибудь что позитивное. Нет, на самом деле новости, по крайней мере, то, что связано с войной, вообще почти все позитивные. Сейчас вы поймете почему. Валько, вы имеете в виду, все может быть, он поменяет такие... Такие слова. Но у меня есть версия, что это еще могут быть из Молодой Гвардии социалистов. Да, не исключено, потому что как раз эта молодая гвардия устраивала некоторые провокации, в частности, там с э, в Бельцах, там, с номерами машин, с памятниками и так далее. То есть у меня мои источники говорили, что как раз они там куролесили очень серьезно. Так, друзья. Дальше вот, хотите хороших новостей, у меня есть хорошие новости. Значит, вчера вечером супруга, ну вечером, ночью, потому что у нас разница в Америке день, у нас ночь и наоборот, супруга президента Зеленского Елена Зеленская попросила у Конгресса США оружие. Отрывок из ее речи. Я прошу оружие не для того, чтобы вести войну на чужой земле, а чтобы защитить наш дом и право проснуться живыми в этом доме. Помогите нам остановить этот террор против украинцев, и это будет наша великая общая победа во имя жизни, свободы и стремления к счастью. Вы нам помогаете, и ваша помощь очень сильна. Пока Россия убивает, Америка спасает, и вы должны об этом знать. Спасибо вам за это. Во время этого выступления демонстрировались фотографии детей, погибших семей, пострадавших от российских ударов по разным городам. И а также она отметила, что Украине нужно больше ракет, чтобы не убивали детей в колясках. Ребенок в колясках, это сейчас стало, знаете, такой, ну, не знаю, сколько это корректно использовать, мем. Вот эта вот девочка Лиза, которая э, была убита в Виннице, когда она с мамой гуляла, и попала ракета, и мама ее попала в реанимацию с тяжелыми травмами, а девочка погибла на месте. И вот эта коляска, э, лежащая рядом убитой девочкой, это, конечно, всколыхнуло все мировые СМИ, это крутилось везде по, по всем масс-медиа мировым, BBC, CNN, Al Jazeera, все, все это смотрели, конечно, это ужасная картинка, это цепляет очень сильно, это... Знаете, это действительно стало вот таким символом путинской агрессии. Вот он воюет с детьми, он убил ребенка, который полчаса назад был в коляске, девочка гуляла. И здесь еще очень показательно, что это девочка с синдром, синдромом Дауна. А вы знаете, как в США, вообще в Западной Европе, э, особенно относятся к людям с э, инвалидностью. То есть для них это как бы, ну... Особое постоянное желание им помочь, вот как бы, как называется, дружелюбная среда в городе, где все делается для того, чтобы инвалидам было удобно. То есть дети с синдромом Мамдауна, у них обучаются вместе с другими детьми. То есть их... Это не как, знаете, вот в Советском Союзе, э, если у человека инвалидность, а тем более ментальная инвалидность, то его загоняли, его прятали, чтобы никто не видел, что это стыдно. Семья старалась его никому не показывать. И Вот такой как бы менталитет э, советский. В роддомах всегда женщины пытались убедить э, санитарки, чтобы она не брала этого ребенка если он с инвалидностью чтобы отдать его в детский дом в америке все по-другому и конечно это знаете как бы ребенок с инвалидностью погибший от рук путинского вторжения это это я вам скажу это очень очень сильное такое эмоциональное впечатление и вот это им американцам показали и конечно есть определенные результаты. Сенат США призвал Пентагон рассмотреть вопрос о размещении боевых самолетов в Украине. В письме, направленных сенатором Дэном э, Салливаном, министр, министру обороны Ллойду Остину и председателю Объединенного комитета начальников штабов Марку Милли, двухпартийная группа из шести сенаторов призвала Министерство обороны включить поставки самолетов четвертого поколения в следующие пакеты военной помощи Украине. Официальные лица США и Украины заявили для Fox News Digital, что украинские пилоты более чем способны пройти обучение на современных американских самолетах четвертого поколения в течение нескольких месяцев. Хотя средства ПВО средней и большой дальности и «Хаймерс» включены в пакеты от помощи от 27 июня и от 8 июля и являются хорошим началом, эти системы должны быть доставлены в темпе и в количестве, достаточном для того, чтобы повлиять на результат боевых действий на Донбассе, Херсонщине и в других регионах, сказано в этом письме. Я думаю, что поставка самолетов ⁇ это просто вопрос какого-то времени, потому что уже сейчас уже одобрен бюджет на обучение украинских летчиков полетом на американских самолетов. Зачем американцам одобрять бюджет обучения украинских летчиков, если самолеты им взять негде? Невозможно купить в военторге американский э, боевой самолет. Его нигде невозможно купить без разрешения властей США. Поэтому это очевидно, что будут поставка самолетов. Может быть, это будет осенью, может быть, даже ближе к зиме. Но это для меня абсолютно как бы, ну, практически 100% что это произойдет. А это, друзья, как бы, ну, уже будет окончательный, полный перелом, потому что уже сейчас, в общем-то, перелом происходит. Сейчас на наших глазах все, Россия не может больше наступать. Они уже две недели рассказывают, что они взяли Северск, это маленький городок на Донбассе, который они никак не могут взять. И Авдеевку они штурмуют пятый месяц, который тоже там в 15 километрах от Донецка. Все, они выдохлись. Но хаймерсы творят чудеса. А если будут самолеты, то, хо -хо, друзья, я слышал то, что говорят военные эксперты, это вообще будет, потому что самолет это круче, чем много хаймерсов. Один самолет, один американский самолет, потому что американские самолеты это это техника другого уровня, другого вообще, чтобы вы понимали, вот я на последние дни много смотрю американских экспертов и разных, с разных стран, они объясняют, что такое э, системы э, американского вооружения. Вот э, Хаймерс. Вам кажется, что Хаймерс это машина, на которой есть ракеты, и вот она приезжает и куда-то там стреляет. Нет, друзья, на самом деле это э, вот все американское оружие, оно взаимно интегрированное. То есть Хаймерс, он не может быть просто машиной с ракетами он связан со спутниками. Те, в свою очередь, связаны с системами радиолокационной разведки. Это все вместе работает. Они связаны с мощными компьютерами, которые делают расчет. Вы видели, как вот сейчас фотографии есть сверху, как попали по Антоновскому мосту? То есть на пятачок в 20 метров там легло где-то 8 или 9 ракет. То есть какая российская ракета? Видите, есть видео, найдите в интернете, как стреляет российский град. Он покрывает поле там размером в несколько гектаров, когда вот там вместе прилета. А «Хаймерс» попадает в точку в 20 метров кучно, пык-пык-пык-пык, легли. То есть вот, поэтому самолет, это тоже, самолет тоже связан с спутниками, он связан с системами, с радарными системами, с системами радиолокации, это все работает вместе в едином комплексе. Опять-таки, тот же самолет может в режиме онлайн указывать на ведение целей, он корректирует ракеты лазерные, которые направляются лазером. Это все системы другого уровня, другого поколения, это не системы Второй мировой войны, которыми сегодня воюет Россия. Поэтому, конечно, если придут самолеты, там как бы шансы уже у Красной Армии шансов не останется никаких. Так, едем дальше, друзья. Есть от вас вопросы. Андрей, просьба уделить внимание нашим баранам, куча э, Розга решила обратиться к РФ за дешевым газом с пониманием, что это незаконно. Могут дать или сказать, что дали для разжигания сепаратизма. А как Россия может дать им дешевый газ? Прислать по почте? То пусть дает. Че? В чем проблема? В, кон в конвертах, там, в, в бандеролях, может цистерну им прислать авиапочтой, маленькую такую этот как, как называется баллон газовый не ну, друзья это все не серьезно мне понятно для чего это делается то есть для чего это делается это очень серьезно и вот как раз за этим надо очень серьезно наблюдать и политическому руководству Молдовы и спецслужбам потому что это конечно же заказ извне в рамках общей раскачки ситуации в Молдове ну а то, что там реально какой-то газ, конечно, да нет. Андрей, интересно ваше мнение. Вот слушаю всех наших политологов, военных экспертов, Арестовича, Гордона, Швеца, Шендеровича, и все вроде хорошо складываются. Но почему-то складывается впечатление, что мы усыпили себя и свою бдительность. Орки то уже проиграли, а территории все больше под их контролем. Мы отступаем, и как это понять? Они потихоньку прут и выигрывают в итоге. Нет, это вот... Вы, видимо, смотрите какие-то российские источники. В России вот это, это нарратив российской пропаганды, что да, медленно, да, по, по, полметра в день, но мы, мы продвигаемся. В итоге мы захватим всю планету. Нифига подобного не происходит. То есть нет продвижения нигде. То есть если где-то они прорываются на полкилометра, это в масштабах войны. Это вот сегодня, вчера говорили о том, что два села у них отбили. Украинская ВСУ забрала обратно два села. То есть движения нет. Это не движение, когда это как бы вот дыхание фронта, он, он то придвиг, приближается, то отодвигается. Поэтому не ведитесь на эту пропаганду о том, что да, как бы тяжело, да, медленно, но мы продвигаемся. Нет, они не продвигаются. Все, что они могли захватить, они уже захватили. И забудьте это специально, пытаются нам всем внушить вот эти все пропагандоны российские, что как бы, Россия может воевать миллион лет. Ничего, через 20 лет захватит всю Украину, будет медленно идти и продвигаться. Нет, этого не происходит. Это первое. Второе. То, что сейчас происходит на фронте, показывает о том, что, скорее всего, ну, максимум через две. Может быть, три недели, к середине августа. Мы об этом с вами говорили, об этом говорит э, э, главное управление разведки Украины, об этом говорят э, британская разведка, об этом говорит ЦРУ, об этом говорят э, практически все украинские эксперты. Что к середине августа начнется полномасштабное контрнаступление? О чем тогда мы говорим? Где они продвигаются? Они продвигаются в голове у Путина. Там они двигаются туда-сюда, как бы очень четко. На фронте движения нет. Председатель комитета начальников штабов США Марк Милли сообщил, что оккупанты не уничтожили ни одной установки «Хаймерс» в Украине. Несмотря на то, что они каждый день сообщают о том, что они уничтожили, то есть уже они, наверное, уничтожили больше «Хаймерсов», чем их вообще было у Украины, но ни одного, потому что все Хаймерсы имеют э, датчики слежения. То есть, там, в Пентагоне, в режиме реального времени, видят, где Хаймерс, что он делает, э, в каком он состоянии, ни один не был уничтожен. Далее цитата: На сегодняшний день эти системы не уничтожены россиянами. И я стучу по дереву всякий раз, когда говорю нечто подобное. И они, украинцы, очень эффективно используют э, хаймерсы. По словам Милли, проблема заключается в нехватке и э, расходе боеприпасов для «Хаймерс». Милли также похвалил работу украинских артиллеристов. Отличные артиллеристы, как назвали бы их англичане. И они очень-очень эффективны. Вот так. Кстати, про англичан. Великобритания сообщила, что передает Украине более 20 э, САУ М109 и 36 105 миллиметровых гаубиц Л119. Также поставят контрбатарейные радары и более 50 тысяч артиллерийских снарядов, сотни беспилотников и э, 1600 противотанковых снарядов. Об этом сегодня на брифинге заявил в парламенте министр обороны Британии Бен Уоллис. Это самая большая поставка с начала войны со стороны Великобритании. Но это еще не все. Вы хотели хороших новостей, мы продолжаем. Рамштайн, очередное заседание формата «Друзей Украины». Состалась четвертая встреча Украины Defense Contact Group, которая объединяет 50 стран антипутлеровской коалиции. Далее цитирую вам э, главу Минобороны Украины. «По договоренности с коллегами держим интригу относительно львиной доли действующих и новых пакетов помощи, включающих поставки вооружения, амуниции, тренировки наших воинов и многое другое. Сначала их ощутит враг на поле боя». То есть он говорит, что они не хотят сейчас раскрывать, потому что, судя по всему, там просто, знаете, как открылся клапан и пошли очень серьезные поставки. И поэтому украинцы сейчас не хотят все это раскрывать, просто чтобы были сюрпризы. Даже непонятно до конца, что это будет. То есть это будут новые гаубицы, новые танки. Увидим. Увидим на фронтах, как нам обещает Резников. А. И на России что им остается? На России остается по-прежнему пугать весь мир ядерным оружием. Потому что как бы, они, они понимают, что они проигрывают. Это уже как бы ясно всем становится. Но они как бы: А, вы хотите выиграть войну обычными средствами, а у нас есть ядерное оружие. А мы его применим. Это у них последние три месяца не сходится с федеральных каналов. Каждое ток-шоу заканчивается тем, что они обязательно уничтожат всю планету Земли. И, том, они, знаете, они говорят с такими улыбками, с хихи-хаха. Но вот у Соловьева, нет, у него без улыбок, сейчас вам покажу кусочек видео, у него прямо истерика. Он, у него припадок, он уничтожит все. Давайте посмотрим. Это вы вообще о чем все? Надо рассуждать о возможности применения ядерного оружия. И не должно быть никакой иллюзии у Запада, что ядерное оружие будет применено в соответствии с концепцией и стратегией Российской Федерации. У нас в стратегии национальной безопасности четко и ясно прописано, что, где и как. Анна пишет, хватит оскорблять людей. Умейте обходиться без этого. Анна, тебе что ли меня учить? Буду делать то, что считаю нужным. Знаете, честно, они уже становятся смешными. Вот с этим заказом это настолько шито белыми нитками. Они выдохлись. Понимаете, вот, вот они получили задание пугать Запад, что мы применим ядерное оружие. И первые какие-то там разы это было как-то креативно. Они какие-то находили там интересные слова, подходы они устали, но ну невозможно постоянно повторять одну и ту же тему на каждой передаче. И он просто говорит каждый раз просто тупо, знаете, мы мы применим ядерное оружие, все, запиши, я я сказал сегодня это. Вот как бы и и все, повторяется, 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 в это уже никто не верит, потому что да, когда-то это работало, это реально работало, этого боялись раньше. Ну, как бы реально было такое опасение, что а вдруг они применят. И это сработало после Грузинской войны, это сработало после Крыма. То есть никто не вмешивался, никто никуда не лез. Но сейчас уже все. Более того, я смотрел Пентковского на днях, он сказал, что по его данным, он живет там в Америке, что Путину дали, как бы донесли до него лично информацию, что в этом случае его лично, персонально Владимира Путина больше не будет. Что его ликвидируют. И это, кстати, очень умный ход со стороны америк американцев, потому что, знаете, если бы они сказали, мы сбросим ядерные бомбы на Россию, там погибнут с, ä, половину жителей России, там 50 миллионов россиян, Путин, да хоть все, да пофиг, чтобы когда Путин беспокоился о, о простых россиянах, а вот когда ему сказали, что вот мы тебя, Володя, выковыряем из бункера и, и подвесим тебя за яйца. Вот это ему не понравилось. Говорят так, посмотрим. Ну, я, я, знаете, чем дальше, я тем меньше верю, что ядерное оружие будет применено, потому что все больше как бы доводов к тому, что это не произойдет. Да, даже когда они поймут, что проиграли окончательно, когда они будут отступать, когда они будут бросать все те освобожденные области, где они поставили своих гауляйтеров, своих не бросаем. И все, все это, конечно, будет в рамках жеста доброй воли жесты доброволи, освободят Херсон и, и так далее. Так что посмотрим. Да, но э, вот его хамство, то, что он хамит своим зрителям, знаете, я на самом деле понимаю, человек, он реально последние полгода живет просто в аду. Ну, личные проблемы забрали, у него всю недвижимость в Италии. Я, кстати, на днях узнал, что он только недавно, вот буквально перед началом войны, он э, сделал там на одной из своих новых вилл, он только, во-первых, он ее только купил, у него там три виллы на озере Кома. И вот одну эту последнюю, которую он купил, он вложил 300 тысяч евро в ее ремонт. Только прямо перед войной. И больше у него нету этой виллы. Забрали итальянцы. Драма. У человека личная драма. Большая драма. Он потерял там, на миллионы долларов имущество. Плюс э у него в комментариях его всегда хейтят, потому что ну, его ненавидят все. Понятно, что его ненавидят все вне России, потому что он стал символом этого путинского фашизма, его реально презирают все, он главный пропагандон путинского фашизма. Но его ненавидят даже внутри России и даже те, которые за Путина, им потому что завидуют, потому что он самый богатый, он мультимиллионер, он там пользуется огромным влиянием. И, конечно, все вот эти, кто уровнем пониже, они завидуют, они завидуют его зарплату, там, он получает там, порядка миллиона долларов в месяц или даже больше, конечно, и их это все бесит. И они хотят э, немножко его опустить на землю. Так что, конечно, человек живет в очень некомфортных условиях, он даже по Москве, там, бегает с телохранителем, потому что. Потому что вот так вот. И самое главное, что я думаю, он чувствует, что конец его будет в любом случае очень плохим. Я вам это говорил неоднократно, что при любой смене власти, даже если придут путинские фашисты версия 2.0. То есть кто-то другой там не будет, не Путина. Но для них будет критически важно объяснить народу, почему все так плохо. И как объяснить? Говорить, что виноваты американцы, ну тогда зачем поменяли Путина? Надо было оставить Путина. А раз поменяли Путина, значит все свалят на Путина. Это вот увидите, это будет 100%. Как, как говорится, запомните этот твит. Когда начнут все валить на Путина, значит все, все его окружение, кроме тех, которые перейдут в новую банду, Значит, их всех будут уничтожать. Кого-то физически, кого-то в тюрьму, кого-то еще как-то. И, конечно же, пропагандоны будут на первой линии уничтожения, потому что так это все они все испортили. Что они нам говорили, что все будет легкая прогулка по Украине, за три дня возьмем Киев, там через пять дней выйдем на границу с Польшей. Ну, вот это вот, это вот Соловинный помет, он виноват. Так что он понимает, что его будущее в любом случае будет очень-очень печальным. Так, еще ваши вопросы, друзья. Что насчет поставок оружия из Германии? Промекнула информация, что Германия перестала передавать оружие. Друзья, всегда берите какие-то проверенные источники. Вот, например, по Германии читайте Deutsche Welle. Это немецкое, на русском языке есть у них и телеграм-канал, и сайты, и все. Читайте там, потому что вы должны понимать, что... Кремль ведет непрерывную информационную войну. Вбросы идут просто нон-стоп, каждый день. Новые и новые вбросы, чтобы запутать людей, чтобы увести их в заблуждение. Поэтому очень важно отфильтровывать недостоверные источники. Не все, что вы видите в каких-то анонимных телеграм-каналах, является истиной. Более того, я вам скажу, что на 90% это все фейки и вбросы. Поэтому проверяйте только из всяких достоверных источников. Андрей, что слышно с картофельной границы? Пока ничего не слышно, там все нормально, и я думаю, что то есть уже опять, знаете, вот ситуация, я вам говорил, до 15 июля надо было подождать, прошло 15 июля, я думаю, что еще на полтора месяца минимум можно расслабиться, то есть Лукашенко каким-то образом умырился соскочить с путинского, с путинского, и пока он еще полтора месяца, думаю, побегает, посмотрим, что будет дальше. Андрей, меня давно мучает вопрос, э, это нормально, что Путин разъезжает по миру, с ним встречаются политики других стран, Гитлер тоже носил, наносил визиты? Думаю, нет. Почему встречаются с Путиным? А кто встречается с Путиным? После войны с ним встретился э, этот, э, Айтала Ирана, извините, это э, как бы не та почетная фигура, с которым кто-то мечтает встречаться, тоже человек не рукопожатный. Там в этой кампании был э, относительно нормальный это президент Турции Эрдоган. Хотя, к нему тоже есть вопросы, особенно у западного мира, но, в принципе, да, он, он пока рукопожатный политик, с ним общаются. Почему он встретился с Путиным? Потому что а. Э, ему надо решить вопрос э, с Сирией, потому что он хочет там в Сирии навести свой порядок, но там пока есть российская военная база. Да, там на ней почти никого не осталось, но, тем не менее, ему надо решать этот вопрос. И б. Ему надо будет решать вопрос, что будет дальше с Азербайджаном, с Кавказом вообще. То есть у Турции есть большие и, интересы. И, кстати, окей, давайте тогда Раз мы затронули этот вопрос, есть у меня эта тема. Давайте фото номер два посмотрим. Я как бы немножко перемотал вперед в своем плане. Поговорим про, эту, про этот визит Путина. Вот смотрите на эту фотографию. Как он сидит. То есть есть международный протокол государственный, когда встречаются лидеры стран, обязательно за его спиной или рядом должен быть национальный флаг. Вот у президента, у этого, это даже не президент, это Айтала, это, это как бы духовные лидер Ирана, у него есть этот флаг, а у Путина нет. То есть это значит, что он принял Путина как просто какого-то просителя, подчиненного. То есть даже когда наш Дадон туда ездил, это был, кстати, скандал, потому что на этом флаге иранцы стерли крест. На, это в Клюве Орла, который в молдавском флаге, они удалили крест. И был из этого скандал. Но, но молдавский флаг был. И, о, Путина не было. То есть его просто унизили. Вчера мы смотрели с вами видео, где Путин стоит, ждет Эрдогана, что для Путина, конечно, шок, потому что он привык, что все его ждут. Он всегда везде опаздывает. То есть фактически его и иранец, и турок его просто унизили во время этого визита. И об этом, это многие наблюдатели, это заметили. Это означает, что его приняли, ну, почти как частное лицо, как какого-то попрошайку, который приехал просить там какие-то беспилотники, еще что. -то. То есть, ну, это не была встреча на равных. Даже такие персонажи, то есть иранец, которого с ним вообще там как-то не особо кто-то в мире хочет встречаться, да никто не хочет. То есть Путин с ним встретился, как, ну, по идее, должно было быть, как бы тот должен радоваться, к нему приехал человек большой страны, которая входит в двадцатку. Получилось так, что он еще и унизил Путина, вытер об него ноги. Так что не все тут просто с этими визитами. Так, сейчас я вернусь, где у меня тут, чтобы по порядку было. Да, друзья, интересная пришла сегодня информация с Украины. Значит, еще ранее был принят, еще до войны принят закон против олигархов. И вот сегодня произошла интересная вещь. Сегодня начала гулять по интернету приказ Зеленского, и об этом сообщают ну, достаточно серьезные СМИ, например, УНН. И они ссылаются на источники в офисе о том, что Зеленский лишил украинского гражданства Вадима Рабиновича, Игоря Коломойского и Геннадия Корбана. Ну, все очень такие известные персонажи. Коломойский, он реально один из богатейших людей Украины, олигарх, который там, которому приписывали, что это он привел Зеленского к власти в свое время, потому что э, бизнес Зеленского, который связан с этим индустрией развлечения, юмора, он сотрудничал на каком-то этапе с Коломойским. Такое действительно было. Насколько Коломойский повлиял на его приход в власть, ну, тут большой вопрос, потому что на тот момент у Коломойского э, банк был отобран, медиа-активы частично были отобраны, то есть э, скорее Зеленский был в медийном плане посильнее, чем Коломойский, поэтому тут еще вопрос. Так вот, вроде как у него забрали гражданство, также забрали гражданство у запрещенной партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича, это сопредседатель этой партии, получается зам Медведчука, и главу территориальной обороны Днепровской области Геннадия Корбана. Вот такая вот интересная информация. Знаете, пока на сайте президента, пока подтверждение, ну, по крайней мере, до, до передачи, когда я готовился, на сайте Зеленского официально не было подтверждения, но это очень интересно, а другой олигарх, мультимиллиардер, очень, наверное, самый богатый человек, Украины, Ахметов сообщил, что он отказывается полностью от, от всех своих СМИ и уже пошел процесс, их уже лишают лицензии. Это при том, что он туда вложил более миллиарда долларов. Он это медиамагнат, то есть это ну кто, кто из Молдовы, наш Плохотнюк это просто ребенок по сравнению с ним, потому что у Ахметова просто громадная медиа империя, включающая там сотни разных СМИ, телеканалов сайтов и так далее и вот он от всего этого отказался чтобы не попасть в список олигархов потому что сейчас против олигархов идет война в Украине именно на законных основаниях по закону об олигархах а вот остальные там коломойские им это не помогло так что вот так вот очень, очень интересная информация давайте немножко поговорим про здоровье Путина значит сегодня выступал директор американской разведки ЦРУ Уильм Берс

Друзья, если, если если пропадает звук, вы пишите, ну вроде вроде все нормально. Так вот э, Уильям Бернс говорит о том, что несмотря на слухи о здоровье Путина, мы, насколько мы можем судить, он слишком здоров. Ну. Знаете, звучит оптимистично, слишком здоров, как-то сразу вспоминается 500 покушений на Фиделя Кастро, которые якобы организовывала ЦРУ, слишком здоров, как бы типа, ну, излишне здоров, а не слишком, а может тебе убавить немножко здоровья, что-то ты какой-то слишком э, здоровый, и... Ну, я вам говорил, да, уже, что Путину был послан сигнал, что если он будет э, слишком здоровый, слишком ядерный, то он перестанет быть и здоровым, и ядерным. И у ЦРУ есть такой опыт э, устранения президентов в разных странах. Это как бы ну, тоже не секрет. Это Особенно в 50-е, 60-е, 70-е годы они такие трюки проделывали неоднократно. Так что, ну, здесь, знаешь, знаете, я вам хочу сказать, что многие сегодня вот Невзоров об этом говорят, что э, на самом деле правильно, хватит нам надеяться на то, что с Путиным разберется болезнь что его вот ликвидируют, или там рак, или еще что-то, или какие-то еще болезни. Как бы, ну да, это, знаете, такая это мечта, что вот раз, и все за нас все проблемы решил Господь Бог. Путина нет. Но как бы надо прилагать свои усилия, каждый на каком-то своем месте тоже делать что-то для того, чтобы Путина не было. А Путина может не быть не только там, в Москве, кто-то вот лично возьмет ему там и табакеркой по голове треснет. Могут быть разные варианты. То есть его поражение на фронте, это тоже шаг к тому, чтобы его не было. Его поражение в международной политике — это тоже шаг к тому, чтобы его не было. То есть каждая вот наша передача, когда я ее делаю, когда вы ее репостите, это тоже шаг к поражению Путина, к тому, чтобы его в итоге не было. То есть как бы сейчас, э, как вот те 50 стран антипутлерской коалиции и миллиарды людей, которые состоят в этом, они все делают так, чтобы ни Путина, ни его армии, ни его агрессивной страны в дальнейшем не было. И как бы это, к этой цели надо стремиться, но как бы, да, помечтать, что как-то вот одна Однажды мы проснемся и узнаем, что нету больше его. Все кончилось, как когда-то Сталин. Ну, да, наверное, было бы неплохо, но сильно на это надеяться не надо. Кстати, мы вчера с вами забыли. Вчера было 20 июля. А что было 20 июля 1944 года? Помните, что произошло тогда? Была попытка покушение на Адольфа Гитлера. В тот день э, в его ставке прогремел взрыв, четыре человека были убиты, множественно ранены. Э, Гитлер пережил это покушение. Там была такая история, короче, была группа заговорщиков, и один из них имел доступ Гитлера на совещание. Он пришел с портфелем, в котором была взрывчатка. Они все стали за столом. Э, человек активировал мину часовую в этом портфеле и вышел. И должен был быть взрыв, он, э, портфель стоял в прямой видимости от Гитлера. Его должно было бы убить. Но какой-то другой офицер, во время этих, там они в столах ходили, там карты разгадывали, не знаю что, он, ему этот портфель показался неудобно стоящим, он его передвинул за дубовую толстую ножку стола. И при взрыве, то есть Гитлер оказался защищен этим толстым слоем дерева, и его не, не убило, и, по-моему, даже не ранило. То есть, ну вот, э, этот э, заговорщики, во главе которых стоял полковник э, Клаус Шенк э, фон Штауфенберг, который принес само это взрывое, взрывное устройство, то есть в итоге они потерпели поражение на них повлияли, говорят, что еврейский погром 1938 года и другие вот все эти преступления, э, то есть они посчитали, что, короче, нацисты это зло и решили от него избавиться. Самому этому полковнику на момент покушения было 36 лет. Естественно, его потом нашли, э, казнили и вообще сотни людей, которые имели отношение к этому заговору, кто-то реально, а кто-то просто на всякий случай посчитали, что надо и круче их всех запытали и э, убили. Но тем не менее эти мужественные люди до сих пор в Германии там есть памятник этому, этой группе заговорщиков. По-моему, он в виде часов, как э, показывает то время, в которое должно было произойти это покушение. И да, и в Берлине возлагают цветы в этот день. То есть вчера м в память об этом событии. Ну, в России верите, вчера ничего не произошло и сегодня ничего не произошло. Пока по-прежнему Владимир Владимирович в своем бункере, и никто к нему с чемоданчиком пока не подошел, не нашлось там смелых и честных офицеров. Вот так вот. Так, едем дальше, друзья. Ну вот, а у другого человека у него все плохо с здоровьем. Это, да, кстати, это не президент США, у который, который заболел, сегодня появилась информация, у него коронавирус, но у него неплохо. Он как бы в, в легкой форме, пока, по крайней мере, на сегодняшний день сообщили, что он в нормальном состоянии, и, и он не в больнице, он э, находится в своей резиденции, продолжает работать, но просто изолировался. Но я вам хочу сказать про другого человека, у которого совсем плохо со здоровьем, настолько плохо, что он просто умер. Генерал-майор ФСБ в отставке Евгений Лобачев сегодня покончил с собой в центре Москвы. Э об этом сообщают правоохранительные органы э, России. Тело 76-летнего Лобачева обнаружили на лестничной площадке одного из домов на Качалинской площади. Причиной гибели стал суицид. Он застрелился. Ну, естественно, знаете, интересный суицид, конечно, на лестничной клетке. Кто помнит 90-е, большинство убийств происходило в подъездах на лестничных клетках. И этот человек, вот он, он решил, что да, ну, конечно же, не в кресле своем в кабинете, не на даче, не в бассейне, не на лестничной клетке, в грязи, почему бы не застрелиться. Очень как раз логично. Еще я не удивлюсь, если он там сделал там много выстрелов в себя, в разные части тела, но мы об этом уже, скорее всего, не узнаем, потому что предсмертной записки у него не обнаружили. Что известно об этом погибшем генерале Ф. ФСБ. Генерал ФСБ это, это очень большая должность. Кто понимает, тот понимает. Это второй, кстати, генерал, который застрелился по официальной версии застрелился с начала, начала войны. Так вот, стали известны некоторые детали из биографии этого генерал-майора ФСБ Евгения Лобачева. Он э, оказался знаком с поставленными столичными чиновниками и выступал за войну в Украине. Как следует из данных системы СПАРК, Лобачев был одним из учредителей патриотического НКО за единение. Вместе с ним организация руководил э, философ Александр Дугин. Очень известная скотина, фашист, который э, прославился фразой э, «Украинцев надо убивать, убивать, убивать». Это я вам говорю как доктор, ну, доктор философии, видимо, или как профессор, я не помню. Э, так вот, э, этот э, застрелившийся генерал дружил с Дугином, учреждал вместе с ним организацию «Заединение». Не удивлюсь, что она была с этой «З» свастикой. Вице-мэр Москвы также входил в его круг общения, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов и других. Также Лобачев стоял во главе организации содействия спецслужбам и правоохранительным органам. В 2014 году, после начала э, первой стадии конфликта, когда вторжение в Донбасс, в Крым, Лобачев высказался за силовое решение этого вопроса. Как только начнутся этот статус Лобачева, как только начнутся силовые действия со стороны так называемой Национальной гвардии, тут они и получат порогам мгновенно по всей территории Украины. Об этом он сказал в одном из интервью тогдашнего времени. Это не первый случай странной смерти сотрудника спецслужб. 15 июня, вот всего чуть больше месяца назад, в московской квартире был найден мертвым генерал-майор службы внешней разведки Лев Соцков. Он по официальной версии застрелился в ванной комнате из наградного пистолета ТТ. Ну, и загадочные смерти с начала этой войны, их было много, высшей, среди высшей элиты России. Так, пять менеджеров связанные с uh, Газпромом, они все, uh, притом некоторые даже вместе со всей семьей, они все покончили жизнь самоубийством неожиданно как-то вот так у них прямо э, что-то началось но ну, мы с вами как-то разбирали это что-то похоже что-то было в конце советского союза тогда пропадали люди которые знали где находится золото компартии пропадали некоторые короче кто что-то важное знал они тоже э, у них пошла череда самоубийств кого-то просто убивали как бы не особо заморачивались тогда время такое было лихое вот в россии тоже что-то начинается какие-то генералы начинают умирать какие-то вот эти вот менеджеры газпрома это все очень интересно и в завершении хочу поговорить немножко про Китай. Там происходят сегодня очень странные события. Не то чтобы странные, но э, знаковые. Вот правильное слово. Знаковые события. А сначала ваши вопросы. Андрей, что скажешь о стремительной застройке Мариуполя? Такое впечатление, что завтра там будет Лас-Вегас. У меня нет такой, такого впечатления. Они там построили один или два дома из э, этих э, готовых модулей. И, то есть, ну, фактически это барак, просто чуть в улучшенном качестве. На полномасштабную застройку там надо более миллиарда долларов. У России нет этих денег, и не будет там ни Лас-Вегас. Смотрите, очень, очень простой пример, что где будет. Грузия. Э, у Грузии были захвачены Россией три территории. Аджария, Абхазия и Осетия. Аджарию при Саакашвили удалось резким броском отжать, ее вернули. Возьмите, зайдите сейчас в интернет, посмотрите, как выглядит Аджария просто процветающее, замечательное место. И зайдите, посмотрите, как выглядит Абхазия. Это просто жопа, дыра мира. Заброшенные все гнилые эти гостиницы, просто как полнейшая деградация. И так везде. То есть где есть Приднестровье. В наше Приднестровье ездят туристы, чтобы посмотреть, как выглядел СССР. Почему? Потому что там фактически ничего не поменялось с 80-х годов. То есть оно вот такая вот просто какая-то, знаете, как мрачная дыра. Да, есть там пару, там стадион хороший, там есть какие-то как бы точки, которые выглядят нормально, но в остальном это все, все та же советская дыра. Поэтому Россия никогда ничего не восстанавливает, никогда ничего не делает. У них, у них просто такой принцип. Вот реально, назовите мне место, где они пришли и что-то сделали вау. Такого просто нет. И это традиция Советского Союза, потому что Советский Союз восстанавливал Северную Корею. И мы знаем, в какой заднице Северная Корея сегодня. А Запад восстанавливал Южную Корею. И сегодня Южная Корея одна из самых богатых стран в мире с процветающей экономикой. И вот так. Западная и Восточная Германия. Советский Союз контролировал Восточную Германию. И она фактически за замерзла в том состоянии, в котором она была в 40-е годы и не развивалась. И, Восточная, и Западная Германия, которую курировал Запад одна из богатейших экономик планеты. Вот как бы и все. То есть это, опять-таки, не ведитесь на эти мифы российской пропаганды. Давайте будем более серьезными и более ответственно подходить к тому, что нам попадает в голову. Так, сейчас я потерял, где ваше последнее сообщение? это я ответил. Это, это я ответил. Андрей, к сожалению, от наших источников уже звучит предупреждение, что, возможно, орки оккупи оккупируют бар, Бахмут или Славянск. Это как воспринимать? Это воспринимать как информацию, которая не подтверждена? То есть, если будет официальное подтверждение, я, кстати, на насчет Бахмута не знаю, но про Славянск, я, если честно, я думаю, что его могут И потом. Это не сейчас, это уже месяц два, потому что для них это очень важно. Но опять-таки, вот. То, что я слышал с украинской стороны, они считают, что нет, что не получится у русских захватить ни Бахмут, ни Славянск. Поэтому давайте посмотрим. Как бы я верю источникам, потому что я вам напомню, что они говорили о том, что они взяли э, Мариуполь, начиная с первого месяца войны. И, и вот на протяжении всех трех месяцев они рассказывали, что они его взяли. Но взяли они его только тогда, когда последние бойцы э, Азова вышли сами и сдались. Вот тогда они его взяли. До этого это было просто их мечта. Так, дальше. Дака ситуация сет дестабилизация за день а туч сарпутящий, щеной с фим бомбардас Интересный вопрос. Да, для тех, кто не понял, если в Приднестровье дестабилизируется ситуация, могут ли нас бомбардировать, обстреливать с Черного моря? Знаете, как бы гипотетически, наверное, да. Если реально вот, э, Приднестровье начнет войну в каком-то виде, да, Украина их за, за два дня зачистит, за неделю максимум. Но это же вызовет в Кремле там очередной приступ ярости, истерики. И мог, могут, гипотетически, могут и типа, по нам долбануть для профилактики. Типа, не расслабляйтесь там. Ну, я надеюсь, что до этого не дойдет. Поэтому вот мы поэтому именно и должны так внимательно следить за тем, что происходит там в Приднестровье. Вот все эти провокации. Потому что это не просто так. Никто не делает провокацию просто так. В этом нет никакого смысла. Их делают зачем-то. И вот нам надо наблюдать, зачем это все делается. Андрей, если Украина освободит Донбасс до октября месяца, так что будет с ленд-лизом? Он все-таки начнет действовать, или американцы прекратят поставки. Я, э, смотрите, я вам скажу одну такую простую вещь: если война закончится, она не закончится. Это, вот запомните эти слова. Потому что война закончится только тогда когда будет освобождена вся территория Украины, и когда в России начнутся такие процессы, которые сделают невозможным новое нападение. Вот тогда война закончится. Освобождение Донбасса, даже если оно произойдет в ближайшие там, полгода, это не конец войны. Потому что еще будет Крым и еще будет Путин. Пока есть Путин, пока есть его система, пока есть народ, который хочет крови, война не закончится. Поэтому ленд придет, и я думаю, что еще будет и в следующем году ленд и это еще это очень долгая песня, к сожалению. Так, на днях Алиев выступил с критикой РФ о невыполнении договоренности по Карабаху. Можно ли ожидать возобновления боевых действий в этом регионе? Вполне возможно. Мы обсуждали это в той передаче, когда это произошло. Это вероятно, но там на самом деле не Алиев решает, там решает Эрдоган. И вот его встреча с Путиным, возможно, там обсуждался и вопрос Карабаха. Наверняка он обсуждался. Я не знаю, к чему они пришли. Вот, ну, будем наблюдать в ближайшие пару недель. Если Эрдоган даст отмашку, Азербайджан начнет э, освобождение там, остаток э, Карабаха, который еще контролируется Арменией. Если нет, то тогда не в этот раз. Так, давайте по поводу Китая поговорим. Значит, Сегодня начали появляться видео о том, где по городам Китая ездят танки, и вроде как даже они там против протестующих. Ну, в общем-то, все очень так серьезно. Появилась информация, что это связано с заморозкой вкладов банковских. То есть китайцы сложили деньги в банки, сейчас их банки сказали, ребята, нет, или там, как это по-китайски звучит, короче, отшили их. И начались волнения во многих городах. Вот давайте посмотрим наше следующее видео. Intro <small> Друзья, перед тем, как я вам начал объяснять, что это, э, давайте сделаем нашу процедуру. Э, кто к нам присоединился после того, как я вначале говорил, ставьте лайки, давайте поставьте ваши лайки, потому что это, это вот, э, наш с вами бартер. Мы вам информацию вечернюю по всем фронтам, по всем странам, а вы нам лайк, ну и кто самый щедрый, делайте репост. Ну а кто вообще мега-супер щедрый, ну и помимо этого еще имеет такую возможность, то может поддержать нас финансово, ссылочка в описании или по QR-коду это э, можно стать нашим патроном. Так, давайте поговорим, что происходит в Китае. Ну, во-первых, когда это видео появилось, начали писать там, это фейк, это не в том в городе. А какая разница в каком городе? Есть проблема в Китае, там есть протесты. Кстати, протесты были еще зимой, но тогда из-за ковида, потому что их очень, их очень жестко закрывают. Понимаете, Китай, наверное, как никто. Да, им, им удалось победить коронавирус в самом начале, когда весь мир гудел, болел. В Китае было там 20 человек в день на полтора миллиарда человек населения. У них было меньше заболевших, чем в Молдове с нашими тремя миллионами человек. Как это получилось? Жесточайшая дисциплина. Всех позакрывали в домах, все в масках, никто никуда не ходит. Сразу появились эти приложения, что когда кто-то встретился с человеком, который заражен, то есть, допустим, выяснилось, что «я болею». Значит, потом в конце дня программа вычисляет всех, с кем я приближался в этот день, всем им рассылаются уведомления, они все уходят на изоляцию. Вот такими методами. Но, знаете, как бы первый год это они могли потерпеть. Но в итоге люди просто начали сходить с ума. В домах закрытые, их держали в некоторых городах очень жестко. И тем более, что ладно, когда была первая война, волна, этого коронавируса он, он реально умирали многие, мы видели, что творилось в Италии, там тысячи в день умирали людей, переполненные кладбища, то есть, ну, просто жусть, как, жесть и жуть какая-то была. Но сейчас вот эти новые штаммы, которые сейчас гуляют по миру, они не смертельны, то есть, то есть смертность какая-то, ну, относительно небольшая. И когда китайцев опять пытаются всех закрыть, они начинают восставать. И говорят, типа, да, дайте уже нам спокойно поболеть, как, ну, как гриппом болеют, как другими болезнями. А правительство, видимо, боится перенагрузку на систему. Ну, если полтора миллиардов начнет болеть, это не выдержит никакая вообще... Все человечество вместе не сможет э, их обеспечить. Но э, здесь в этот раз проблема в другом. То есть те проблемы накапливались, накапливались, но в данном случае прошли проблемы экономические с э, вкладами. Дело в том, что еще в 2019 году, перед пандемией, был проведен стресс-тест банковской системы, который однозначно показал, что при росте ВВП ниже 4% начнется крах банковской системы. Рентабельность китайской экономики уже в 2019 году была ниже ставки кредита, что однозначно говорило о наступлении долгового кризиса. Но после 2019 года случился масштабнейший локдаун, и уже никакие посткарантийные рывки не могли исправить эту ситуацию. И вот сейчас рвануло в провинции Ханань, где вкладчики пытаются вернуть свои деньги из банков, власти были вынуждены ввести, вывести на улицы танки. Здесь получается, знаете, на самом деле, что нам, о чем нам это говорит? Ну, помимо того, что мы можем поговорить с вами о том, что если в Китае начнутся очень серьезные протесты, а китайская нация вообще, они, у них в истории были мощнейшие восстания. То есть это народ, который умеет протестовать, умеет восставать. Это, да, они очень послушные до какого-то лимита. То есть они им сказали одеть маски, они все коллективно одели маски, и даже мысли у них не возникнет носить как у нас в Молдове на подбородке, там на ухе, еще где-то. Они соблюдают правила. Но когда вот проходит какой-то предел, происходит слом, там у них в истории были такие жесткие восстания, когда миллионы людей восставали. И да. Они когда, знаете, что-то делают, то делают это все вместе. Вы помните это э, дичь, когда произошла, когда когда они уничтожили всех воробьев в Китае? когда партия сказала, что воробьи поедают урожай, и все китайцы вышли на улицы, начали ловить воробьев, там стучать в тарелки, что эти воробьи там сутки в воздухе были и начали уже падать. Короче, уничтожили воробьев, и потом пришло какое-то нереальное расплодилось количество паразитов и всякие эти ж... гусеницы, и все, и сожрали им весь урожай. Но это я к чему пример привожу, к тому, что они э, народ, который очень сплочен, очень коллективный. То есть, если они им удастся раскачать себя и пойти на протесты, то это могут быть такие протесты, что будут сметать власть. Кстати, по поводу протестов на площади Тяньаньмэнь, Небесная площадь, так называемая, в Пекине, это было в начале 90-х или даже в конце 80-х, я помню, ошиб... 91 год, если я не ошибаюсь, тогда э, власти убили более 2000 человек на площади, просто расстреляли танками. Почему? Потому что боялись протестов. Но что интересно, вы знаете, что китайцы, которые живут в Китае, они об этом не знают. Я общался с одним китайцем, который выехал из Китая, и он мне рассказывал, что он, когда первый раз покинул территорию Китая, он узнал из э, альтернативных СМИ на китайском языке, что это, такая ситуация была. Внутри Китая у них жесточайшая информационная цензура. У них весь интернет фильтруется, работают только правильные сайты, доступ только к правильной информации. Короче, вот так. Поэтому сейчас, конечно, может дойти до того, что там внутри будет очень тяжелое противостояние. Это на руку Америки, конечно, если Китай дестабилизируется, потому что это попытка построить двухполярный мир, где Россия там пытается выпрыгнуть маленьким там, третьим полюсом, но что-то Путина не очень получается. Но, конечно, Китай это да, это полюс но сейчас э, у него проблемы. И плюс это нам говорит о том, самое главное, говорит о том, что не рыночная экономика, э, у них не так, у них рыночная экономика с тоталитарным режимом, что вот это плохо работает. Почему? Потому что... Э, чем экономика свободнее, тем у нее больше простора для саморегуляции. То есть она сама себя регулирует, сама себя выравнивает по каким-то параметрам. То есть спрос рождает предложение, предложение, спрос и так далее. То есть как-то вот рынок себя регулирует и, в общем-то, не, не падает резко, не происходит никаких коллапсов. Чем больше роль государства во влиянии на экономику, тем рано или поздно происходят какие-то проблемы. Как было в Советском Союзе, где была плановая экономика. Это мечта всех совкадрочеров. Они говорят, ну вот же, смотри, Китай, вот, ну нормально же, ну можно же быть как бы рыночной экономикой и одновременно тоталитарным коммунистическим государством. Но не всегда это можно, потому что на самом деле я думаю, что при их потенциале, при их трудолюбии, если бы там было открытое, вот как Южная Корея, похоже, менталитет у народа, поднялись очень высоко, потому что свободная экономика. Тот же Тайвань, который вообще это китайцы этнические, которые просто не хотят быть коммунистами, процветающая одна из самых богатых экономик в мире. Почему? Потому что свободная. Ну и так далее. Гонконг, который тоже был долгое время полностью отделен от Китая, тоже процветал лучше, чем Китай, потому что свободная экономика. Чем больше влияния, тем как бы больше проблем. Это многократно в человеческой истории доказывалось. И, то есть государство всегда... Ну, глупые люди думают, что могут быть, знаете, вот сидят там несколько там несколько десятков партийных вождей, которые лучше понимают, как должна работать экономика, и они говорят, что так приказываем, давайте понизим цену на хлеб. Это возможно сделать. Вот в Венесуэле так сделали, когда когда начался экономический кризис, их президент вышел и сказал, я приказываю понизить цены на бензин и на продовольствие. К чему это привело? исчезла полностью номенклатура очень большая товаров продовольственных и полностью пропал бензин. Потому что не может рыночная экономика продавать товар, который невыгодно продавать. Его просто его не будет закупать продавец. То есть, если продавец не закупает, ему нечего продавать. Поэтому э, либо должен быть абсолютно тоталитарный режим, как в Северной Корее или как был в СССР, когда экономика не рыночная, когда все делается по плану. Но в итоге это тоже рано или поздно приводит к коллапсу, нищете, как в Северной Корее. Либо должна быть открытая, свободная экономика, где открытая торговля, частная собственность и ну, то, что есть во всех нормальных странах мира, и даже не обязательно очень демократичных странах. Есть страны, как, допустим, страны Африки, страны, которые арабские страны, где не, э, не, как сказать, не демократические режимы. То есть там режимы э, авторитарные, но они не лезут в экономику, они не лезут в бизнес. Торгуй, как хочешь, делай, что хочешь. И там экономика более-менее сама себя регулирует. Нормально. А вот опять-таки в тех же африканских странах, где диктатуры, но которая лезет в экономику, который, где диктатор считает, что он умнее всех, и он лучше знает, что для страны лучше, там жопа и нищета, как бы. То есть это очень такое простое правило, которое работает абсолютно везде. Так, друзья, давайте надо заканчивать. У нас на сегодня все лайки, репосты обязательно. И спасибо, что были с нами. Увидимся с вами завтра. Всего вам доброго. Пока.